Доброго времени суток, видеообзор на iPhone X на 64 гигабайта, дисплей в отличном состоянии. Боковые стороны имеют затертость от чехла, задняя крышка не битая, тоже в хорошем состоянии. Функция True Tone работает. Произведем настройку Face ID. Face ID также настроилась. Так, процент аккумулятора у него 100% емкость. Сам телефон на 64 гига без блокировки сим-карты. Также проверим сенсор на фантомные нажатия и работу сенсора. Все отлично работает. Кнопка прибавления и уменьшения громкости. Также бесшумный режим. Все работает. Камера. Геолокацию видео. Основная работает. Фронталка работает. Звук на видео у нас. Звук на видео тоже присутствует. Также проверим аудиокодек посредством диктофона. Раз, два, три, четыре, один, восемь, десять. Раз, два, три, четыре, один, восемь. Также все отлично работает. Ставим сим-карту. Убедимся, то, что сеть ловит. Поиск сети пошел. Да, МТС, ЛТЕ, собственно, сеть ловит. Также проверим на Wi-Fi соединение. Все Wi-Fi сети доступные видят. И также по вашему запросу подключимся к 3 Tools. Так, смотрим. Заряжен был 69 раз. Аккумулятор 100%. Ну, естественно, аккумулятор мининый. В остальном все в порядке. Общий тест 95%. Также проверим на Unlocker, то есть на режим пропажи. GSM Blacklist Status Clean. Телефон внешне в хорошем состоянии и технически полностью исправен. Рекомендую к приобретению.